Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Fuck You, друзья. Давно не делал видео, прошу прощения, бла-бла-бла. Переходим сразу к делу, друзья. Не буду затягивать. Буду делать такую рубрику. Последнее время занимаюсь. Сразу прошу прощения за плохой звук, плохое видео, камеру и все остальное. Пишу с ноутбука на быструю руку и так буду делать, потому что времени нету сейчас абсолютно заниматься монтажом каким-то или еще что-то. Просто делюсь с вами личным опытом, тем, чем там подзарабатываю в интернете, да. И буду с вами делиться, конечно же, не бесплатно за то, что вы зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, но буду делиться только 100% проектами, вывод денег, на которых я проверил. Вот. Сегодня делюсь с вами таким проектом, который называется CoinUp. Но сначала, так как при переходе с CoinUp на кошелек, потом кошелек темный не хочет показывать, то с кошелька вам сразу покажу. Криптовалюта у нас называется XIO, она потихонечку у нас растет, вот за все время, показываю вам график, видите, уже доросла у нас до 6 центов, сегодня было даже 6,66, почти 7, вот, наверное, вот так месячный график будет показать, вот видите, на 134% выросла за последний месяц. За последний час на 95, то есть хорошая перспективная криптовалютка такая. Что нужно для того, чтобы ее заработать? Для того, чтобы ее заработать, нужно нам приложение CoinUp, которое вы скачаете по ссылке в описании или в прикрепленном моем комментарии под видео. Как вы видите, у меня на балансе сейчас 149 XIO. 149 XIO, это я сделал первый вывод, пробный такой, да. XIO это у нас в ERC-20. Вот, и на сегодняшний день там курс немного падает, вверх-вниз. Утром мне показывало, что у меня $10, сейчас показывает 8,86. Но я не собираюсь выводить, я буду держать эти XIO, пускай они растут, проект хороший, интересный, перспективный, развивающийся, вот, поэтому буду держать, буду выводить, буду держать, может быть, потом когда-нибудь буду менять на какие-то другие, свапать криптушки, но пока что так. Поехали, друзья, быстрый осмотр приложения. Что за приложение, как оно выглядит, что оно делает, так как у нас тут с видео записывается, звук вроде записывается, меня тоже видно. Погнали. Итак, первое, с чего начнем. Как вы видите, балансик у меня уже такой немаленький, 62 тысячи коинов. Orders, нажимаем Orders. Как вы видите, 10 тысяч коинов стоило для меня 149 XIO. Вот, друзья, я вывел эти коины, и теперь я могу вывести 50 тысяч коинов уже, потому что уже кошелек проверен у меня, все проверено, и уже система разрешает максимум мне в день выводить 50 тысяч коинов, и это выглядит вот так вот. Видите, сейчас я могу вывести 38 тысяч коинов, потому что 24 тысячи коинов — это комиссия, которую взимает, проект за перевод. Это сталая такая комиссия, то есть ни больше, ни меньше, потому что почему они берут эту комиссию? Потому что свап с коинов к XIO забирает комиссию какую-то. Вот. Разработчики какое-то определенное время брали на себя эту комиссию, но так как эта комиссия сейчас очень большая, потому что все криптовалюты поросли, биткоин, эфир и все остальное, а XIO это оно на эфире, вот, поэтому разработчики начали брать эту комиссию, начали брать. Итак, друзья, бегло рассмотрим приложение. Кому подойдет это приложение? Это приложение в первую очередь must-have'ным будет для водителей, дальнобойщиков. В первую очередь оно будет must-have'ным для водителей-дальнобойщиков.
Вторым оно будет мастхевным для таксистов, для доставщиков еды. Вот такие люди, которые целый день в движении, куда-то ходят, что-то ходят, у которых передвижение – это основной вид заработка. То есть, да, если вы работаете водителем, что-то доставляете, куда-то едете, постоянно двигаетесь по городу, где-то постоянно кружите, это будет супер мастхевное для вас приложение. Во вторую очередь, для обычного пользователя тоже дома можно поставить телефон. Вот как вы видите, сейчас у себя на экране двигается оно тут в районе, где я живу, показывает, что собирает эти квадратики. Поехали быстренько по менюшке. Нажимаем плюсик вот этот и видим вот такое вот меню. Экстра актив. К сожалению, при большому сожалению, для Евросоюза и для стран СНГ работает только одна единая функция. Это вот какие-то такие разные, и то, видите, сейчас оно что-то недоступно. Какие-то разные такие, сейчас открывается, посмотрим. Разные физические какие-то нагрузки. Вот первое было, и второе, это вот вы видите, можно разные приложения себе устанавливать на телефон и за это получать коины. То есть вот крипто.ком, установите, задание выполняете, устанавливаете complete registration, надо зарегистрироваться, открыть крипто.ком, registered for the valid person of random your points now users only. То есть установить крипто.ком. И, кстати, неплохое задание, надо будет установить этот крипто.ком и заработать. Вот. Или, допустим, игра. 7000 коинов дают за то, что вы возьмете игру, установите игру, дойдете до 21 уровня. И тут какой-то небольшой донатик, 4,99 надо сделать долларов. Или что, про тип. Faster buy, Porsche. Ну, короче, кто шарит по-английски, читаете условия, выполняете, подтверждаете, получаете 7500 коинов. То есть можно вот таким образом зарабатывать эти коины, а можно зарабатывать просто простым передвижением или находясь дома. Вот этот квадратик обновляется, вот этот, как вы видите, синенький квадратик, он обновляется раз в несколько минут, и вы на одном месте собираете. Поехали дальше. Аккаунт. Я нажал вот сюда на этот рубинчик, открывается аккаунт, что мы здесь видим, мой юзернейм, то, что у меня проплан. Пропланы бывают двух видов, первый это плюс называется, который увеличивает все в два раза. Что увеличивает, можете здесь почитать, тоже себе перевести, так в двух словах. Здесь вот вы видите у нас такой молоточек. Когда вы на бесплатном плане майните, этот молоточек у вас медленно двигается, и такой он медленный, и все такое медленное, сбор идет помалу, и вы собираете только 0,01 коин, то есть 0,01 коина на бесплатном плане вы собираете. На платном плане вы собираете, вот давайте сейчас посмотрим, быстренько такую игру, мини-игру капчу сыграть. 0,39. Это минимальное, наверное, что может быть. Давайте сыграем еще разочек быстренько в эту капчу. Посмотрим, сколько даст в этот раз. 0,59. Еще раз. Так, быстренько поиграем в эти капчи. Для того, чтобы... 0,75. То есть дает по-разному, от 0,50 и до 1 и больше. Сейчас еще, пока будет записываться видео, оно будет само обновляться, вы это увидите. Что еще про премиум аккаунты? Плюс дает увеличение всего в 2 раза, сбора коинов, быстро молотит этот молоток. Вот, вы пока идете, чем медленнее он молотит, этот молоток, ну, то есть обновляется, да, вот это бегает у него снизу, такой кругалек. Сейчас, погодите. Сейчас покажу вам. Еще раз эту капчу сделаем. Огоньки, два, это.
Ой, залепило меня два виноградинки. Вот смотрите, сейчас должно быть видно. Вот видите, вот этот синенький круголек, как он быстро раз пошел и назад вернулся. Вот это делается специально для того, чтобы вы брали эти про аккаунты. Увеличивается скорость майнинга, увеличивается количество добытых монет, увеличивается все. От плана плюс, который стоит $25 в месяц, увеличивается в 2 раза. От плана про, который стоит $35 в месяц, увеличивается все в 3 раза. Вот. Поехали дальше. Больше, в принципе, тут ничего такого нету. Тут получаете какие-то там вознаграждения за то, что там какое-то количество геоточек вы уже замайнили, получаете такие медальки, но они как бы ничего не дают, и это не важно. Поехали дальше. Домик. Что значит домик? Домик — это когда вы на одном месте нажимаете, вот тут галочку ставите для того, чтобы если вдруг заглючит геолокацию вашу и вас начнет метать по карте, для того, чтобы геобаза ваша не разрушилась. Вот, потому что бывает иногда заглючит спутник там и вас унесет куда-то далеко, и он там замайнит эту точку, и геобаза разрушивается. Что нам дает геобаза? Геобаза нам дает 100%, если вы 10 часов находитесь с телефоном на одном месте, да, это нам дает 100% добычи бонус. Бонус добычи коина на одном месте 100% дает. Вот. Ну, то есть каждый час увеличивать будет вам на 10%. Все просто, без каких-либо этих. Дальше нажимаем на вот эти звездочки, что здесь были. Открывается у нас окошко Big Geomating. Что это такое? Это тоже, если вы имеете Pro Plan или Plus, да, видите, вот показывают, что все прошки получают по 400, 600, 600, 600, 450, 319. Вот мастеры несколько попались. Но, как вы видите, прошки больше получают. Что это такое? Это когда вы собрали один этот квадратик и получили вот такой огроменный бонус. 400 или 660 этих коинов получили вознаграждение. Просто прекрасно. Если вы стали свидетелем, первым из 200 свидетелей, то есть тыкнули вот на этого, вам высвечиваются там эти звездочки, вы быстренько открываете звездочки и тыкаете на этого. Ну, попробуем сейчас поймать. Не знаю, поймаем, не поймаем. Попробуем поймать, чтобы я вам показал. О, видите, успел. Если вы успеваете попасть, еще раз успел попасть в первых 200 свидетелей, то тогда, вот видите, здесь я стал 23-м свидетелем, а здесь я стал 186-м свидетелем, почти при самом конце. И от этого разница ваш выигрыш тоже, который вам дает эта система. То есть и так тоже можно коины какие-то получать. Сейчас еще раз обновим. Оп, уже 365-й уже не успел. Дальше, можно просматривать рекламу. Вот этот зелененький значок Play — это просмотр рекламы. С премиум аккаунтом дают больше, как видите, 11 коинов мне дадут сейчас за просмотр рекламы. Без премиум аккаунта дают намного меньше, там 3, от 3 до 7. Но это все равно must-have штука, если вам выскакивает рекламка, тыкните, там она 30 секунд дольше не идет. От того, сколько эта реклама идет, такое получаете вознаграждение. 15 секунд то будет меньше, 30 секунд то будет больше. С премиум аккаунтом максимальное, что я получал, это 17-18 коинов за рекламу. Без премиум аккаунта от 3 до 7 коинов за одну просмотренную рекламу. Закрываем рекламку. Окей, окей. 11 коинов, как вы видите, прилетело нам в балансе. Супер. Вот видите, опять эти звездочки здесь появились. Нажимаем, открываем. Оп, оп, не успели. Обновить. Не успел. Ну, опять же,
не каждый раз эти, я не тыкаю на этих, потому что дает мало, но так, для того, чтобы показать примерно, чтобы было понятно. Поехали дальше. Нажимаем на плюсик в правом верхнем угле. Что мы здесь еще видим? Extra Active, это я вам объяснил. Это разные программки, но они работают только в Америке. У нас работает только вот это вот, где вы можете какие-то приложения устанавливать. А, как вы видите, есть какой-то продукт скан. Я смотрел там буржуйские видеоблоги тоже на YouTube, и они рассказывали, что надо ходить по магазинам, сканировать определенные продукты, там продукты питания или еще что-то в магазинах, типа такая шпионская деятельность, такое задание на шпионскую деятельность. Вот, что у нас здесь еще? Бонус дроп. Что такое бонус дроп? Бонус дроп, ваш бонус дроп, он будет зависеть от того, какой уровень бонус дропа вы наберете. 3,6% сейчас у меня бонус дроп, это дает мне премиум аккаунт и немножко Next Power Up дает нам для того, чтобы повысить уровень. То этот самый, то нам нужен наш Power Up. Чтобы сделать Power Up нашего уровня до 10, да, чтобы получать максимальный бонус дроп, то нам надо передвигаться или сидеть вот вручную через капчу, обновлять и за это собирать квадратики. Короче, чем больше соберете вы квадратиков, мой следующий power up будет на 300 собранных квадратиков. Чем больше вы соберете, тем больше бонус дроп вы получите. Как приходит бонус дроп? Он приходит каждый день после 12 ночи в виде такого парашютика. Вот как здесь вот этот внизу большой парашютик, только здесь у вас будет маленький. И будет писать, что это ваш дневной бонус дроп. Опять же, от вашей активности будет зависеть ваш бонус дроп. Каждый день будете получать и на седьмой день будете получать еще больше. Поехали дальше. Дальше у нас Hold Rewards. Hold Rewards — это процент, который вам платит сама система за то, что вы не выводите коины и держите их на или здесь в приложении, или на том кошельке Trust Wallet, на котором я вам показал. Это верифицированный ваш кошелечек должен быть. Вот у меня он уже есть, да, я его, осталось мне его только верифицировать, чтобы система видела, сколько у меня XIO на моем Trust Wallet, и тоже я буду от XIO получать 0,2%, а уже сейчас я получаю от того баланса, который есть, от 62 тысяч, это 6,24, каждые сутки я получаю, сейчас не могу собрать, потому что еще 24 часа не прошло. Вот еще 3 часа пишет для того, чтобы collect again in 3 часа. Ну, короче, 3 hours. Free. Простите меня за мой английский язык, но есть такой, какой есть. Другого нету. Поехали дальше. Реферальная ссылка. Конечно же, каждый участник сети хочет что-то получить за то, что он приведет друга. Как вы видите, у меня уже 10 друзей участвуют в сборе этих коинов, и мне и за все время эти 10 друзей мне принесло 5000 коинов. Поэтому прошу вас, не поленитесь, зарегистрируйтесь по моей реферальной ссылке, которая будет прикреплена внизу в описании и в первом комментарии под видео. Вот. Собственно, ради этого я с вами и делюсь этим заработком, для того, чтобы вы стали моими рефералами, я этого не скрываю. Будем зарабатывать вместе. Я буду экспериментировать, буду тестировать, буду пробовать выводить, а потом буду с вами делиться за реферальные, как бы, такие возможности. Поехали дальше. Дальше у нас, это я показал, что мы процент получаем. Дальше, Background Rewards. Что такое Background Rewards? Background Rewards — это офлайн майнинг. Вы можете выключить вообще приложение, и оно какое-то время будет добывать так, как будто бы вы сидите на одном месте. Вот как мы сейчас, да, сидим с телефоном на одном месте, и оно там что-то добывает раз в минуту, этот квадратик собирает. С Pro аккаунтом у вас будет все в 3 раза больше. То есть, давайте начнем с Basic. С Basic вы можете только 3 часа выключить приложение на 3 часа,
По истечению 3 часов вам надо будет приложение включить на 90 минут, чтобы опять перезарядить, да, чтобы опять перезарядить на офлайн 3 часа. С аккаунтом плюс. С аккаунтом плюс, это премиум аккаунт, 6 часов вы можете выключить приложение, и будет оно майнить в офлайн режиме на одном месте. И с Pro аккаунтом 9 часов на одном месте, и перезарядка всего лишь 30 минут. То есть вам надо раз в 9 часов включить приложение на 30 минут, и оно будет майнить все равно в офлайн режиме. Вот так работает Pro аккаунт. Что еще? Ну, здесь все, в принципе. Здесь, и вот как вы видите, здесь вот показывает Total Collect в офлайн режиме. Ну, я обычно, ну, всегда, я себе купил второй телефон специально, бэушный с NFC, чтобы карточку прикладывать. Сейчас до этого дойдем. Вот. И обязательно телефон должен быть с NFC. Сейчас расскажу вам дальше для чего. Вот. И как бы вот 4000 почти коинов я заработал в офлайн режиме. Ну, у меня обычно приложение постоянно открыто, постоянно включено, постоянно там Powerbank подключен к телефону, и я майню. Поехали дальше. Это был вот этот зелененький робот, это был офлайн режим. Что вот это вот за такой... за такие ромбики? А ромбики — это у нас девайсы, которые мы можем подключить к своему телефону. Вот есть такая карточка Sentinelix. Ее вы можете заказать на сайте. Кому будет непонятно, как заказать, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу, дам ссылку, где заказать. Сейчас, кстати, эта карточка, она дается бесплатно. Только платите за доставку. 12,96 вроде. Платите только за доставку. Акция будет до конца года. Так что... быстренько бегите, заказывайте себе эти карточки, пока есть. Что делается эта карточка? Мы берем эту карточку, прикладываем к NFC, сканируется у нас, как вы видите, вот сейчас у себя на экране, я уже сосканировал 163 раза, и 11 часов эта карточка действует с премиум аккаунтом. Без премиум аккаунта она действует только 3 или 4 часа, вроде 3 часа, и опять надо будет пересканировать ее. Вот. Что она дает? Без премиум аккаунта на обычном плане она вашу добычу увеличивает в 12 раз. Как это выглядит? Если вы на базовом аккаунте, то с одного квадратика вы получаете 0,01 коин за один собранный квадратик. Приложив карточку, вы будете получать 0,12. Если у вас премиум аккаунт, то вы получаете 10% надбавки ко всему, к скорости, к сбору, к увеличению сбору и всему. То есть премиум аккаунт она усиливает таким образом, 10% всего дает эта карточка. Что еще? Второй девайс, вот это вот брелочек такой, он подключается к Bluetooth. Я уже его заказал, на следующей неделе он должен прийти. Обязательно сделаю второе видео, как увеличится мой майнинг с этим брелочком. Вот, точно так же подключается к Bluetooth, загорается зеленая здесь галочка. Вот как вы видите, карточка отсканирована, показывает зеленую галку. Вот здесь точно так же включится зеленая галка, увеличенное все для премиум аккаунта работает как еще 10%, то есть 20% увеличение всего сбора, скорости сбора и всего остального. В принципе, по основным аспектам пробежались. Что такое вот этот парашютик? Этот парашютик — это вы кому-то можете сбросить свои коины. То есть другу, с другом поделиться, сбросить свои коины. Как это работает? Вот здесь у нас такой бегунок, ползунок, мы его двигаем. Так как у меня Pro аккаунт, я могу за один раз сбросить 300. Если у вас будет Basic аккаунт, базовый аккаунт, то вы сможете сбросить только 100. С этим разобрались. Также вы можете сбросить индивидуально кому-то, написав email. Допустим, напишу я
Вот так вот, видеобомба, это мой официальный email, gmail.com. И только я смогу этот дроп подобрать в этом квадратике. Отмену делаем, не будем мы ничего дропать. Что такое вот этот вот фиолетовый флажок? Фиолетовый флажок — это геоклейм. Как он работает? Объясняю. Вот в этой зоне, как вы видите, в этой зоне я нахожусь, да? И в этой зоне еще со мной находится 15 пользователей, 15 owners, видите? И кто больше сбросит в свою зону этих своих коинов, тот займет какое-то определенное место. То есть это идет борьба за территорию, можно так сказать. То есть сбрасываете коины. Для того, чтобы сбросить, вот здесь надо нажать плюс 15 коин. И вы как бы получаете уровень. И если вы удержитесь в протяжении недели, удержитесь на первом месте, то вы потом получите обратно все те коины, которые вы скинули. И еще сверху какой-то процент. Вот давайте, допустим, попробуем. Я нажал сейчас вот здесь на плюс 15. И у меня сейчас 30 коинов сброшены сюда, в эту зону. И я нахожусь на 11 месте. Давайте немножко, так как у меня коинов много. Вот, я сбросил 45 коинов. И я сейчас с 11 на 10 место передвинулся. И, ну, пока что в ранкинг я не попал. Здесь вот можно тыкнуть и получить табличку такую, на каком месте вы находитесь. Так как я на 11, то даже не попадаю в семерку лучших этого геоклейма. Но я и не хочу, друзья, потому что этот геоклейм, он подходит больше тем майнерам, которые майнят на одном месте. То есть, да, у вас дома несколько телефонов стоит, они вам майнят на одном месте. Вот, и получается, вы сбрасываете эти свои коины в геоклейм. И тогда получаете какую-то от этого выгоду, какой-то процент. Так как я постоянно в движении, где-то езжу в командировки, еще что-то, я не смогу их тут потом собрать. А собрать вы сможете их только в этом месте. Вы не сможете с этого, вот в этом квадрате вы только сможете забрать свою прибыль. Понимаете, свой процент, вернуть свои коины и вернуть свою прибыль процентную. Поэтому, друзья, это подходит больше для тех, кто находится на одном месте. В принципе, бегло все рассказал. Будут вопросы, пишите. О, видите, 6.05 получил коинов. 6.05, то есть такой это себе рандомчик с этими коинами. То оно дает по 0.35, то оно дает 6 целых коина. То есть усредняется. Я несколько раз так тыкал, 100 раз протестировал, 100 раз квадрат, у меня в среднем получилось 2 коина. 2 коина за один собранный квадрат. То есть по-разному эти коины дают. И в Basic тоже. Ну, в Basic там очень мало, друзья. Надо брать премиум аккаунт, хотя бы этот за 25 баксов, чтобы нормально, хорошо этих коинов зарабатывать. Ну и, конечно же, купить вот эти примочки, NFC карточку и Bluetooth брелочек для того, чтобы еще увеличить свою прибыль. Рекомендую, друзья, приложение хорошее, приложение платит, майнинг криптовалют. То есть, грубо говоря, смотрите, сейчас кто-то скажет: а, надо покупать премиум аккаунт, зачем это самое. Это можно так сказать, что вы платите $35 и берете майнинг в аренду, майнер, да, то есть вы со своего телефона имеете возможность сделать майнер за 35 баксов в месяц и получить какую-то криптовалюту, XIO. Вот смотрите, откроем, мы можем получить XIO, биткоин за 3 200 000 коинов, мы можем получить 0,025 биткоина. Или за 9 миллионов коинов мы можем получить 1 целый эфириум. Понимаете? А кроме этого, за 100 тысяч мы можем там получить какие-то... А, кстати, забыл сказать. Кроме того, что криптовалюты, мы можем обменивать наши коины вот на какие-то гаджеты, на планшеты, на колонки, на какие-то умные дома, на часы, на Google Chromecast, это телевидение, интернет-телевидение, на наушники, на какие-то гейминг, вон, Garmin Dashcam какой-то, веб-камера получается, да, LCD Screen and Voice Control видеокамера, видите, вот.
на всякие разные приблуды, а также за 100 тысяч мы можем взять этот брелочек, да, Bluetooth, и за 98 тысяч мы можем взять карточку. За 198 тысяч мы можем взять 3 карточки, да, для себя и своих друзей разные. Здесь всякие футболки, кепки, серебряные монеты, вот за 30 тысяч можно взять коллекционные и все такое. Короче, много есть товаров, на которые вы можете поменять эти коины. Поэтому, друзья, рекомендую приложение. Качайте по ссылке в описании, в первом прикрепленном комментарии. Пользуйтесь. Обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете о этом приложении. Ну, а я рад, что поделился с вами. О, видите, какая произошла ситуация, и хорошо, что она произошла. Заглючила навигация, и меня выкинуло из домашней базы. И из-за того, что я поставил вот эту галочку, оно за территорией домашней базы не собрало квадрат, и когда разглючило навигацию, меня вернуло в домашнюю зону, и пошел опять майнинг. Для этого нужно вот эту галочку ставить. Но если вы возьмете телефон и с телефоном пойдете из дома куда-то ходить, бродить, то надо нажать Client Current Home Base. Очистить домашнюю базу, чтобы эта база отключилась. И вы тогда будете по пути идти и собирать коины. В принципе, все. Если какие-то будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я рад буду с вами поделиться, рассказать вам, помочь, все, как особенно своим рефералам буду стараться помогать, как можно больше отвечать. Рефералов я могу проверить у себя в реферальной там системе, на сайте и тут в аппликации. Поэтому если вы мой реферал, пишите свое реферальное имя, ну то есть email, задавайте вопрос, своим рефералам буду отвечать в первую очередь, а может быть даже своих рефералов буду добавлять в любой удобный вам мессенджер, это Telegram, WhatsApp или еще какой-то, какой у вас есть мессенджер, которым вы пользуетесь, и будем списываться, будем вместе тестировать, пробовать, собирать фермы. Что я хочу вообще сделать? Я хочу из 5 телефонов, у меня 2 друга дальнобойщика, я хочу из 5 телефонов. Карточки, в принципе, хватает одной, одну карточку можно сканировать сразу к многим устройствам, но Bluetooth устройство тоже надо будет докупить 5 штук. То есть я хочу купить 5 бэушных телефонов с NFC, 5 брелочков этих Bluetooth и собрать такую фермочку и отдать своим друзьям-дальнобойщикам, чтобы они ездили, зарабатывали эти коины и так масштабировать заработок этих коин. Всем спасибо, друзья, за ваше внимание. Рад был с вами поделиться такой информацией. Пишите комментарии, ставьте лайки. Давайте будем общаться и думать, что вы и думать вместе, что дальше делать с этим приложением, как развиваться, как можно больше зарабатывать на нем. Все, всем пока-пока. Обязательно пишите комментарии.